У малыша какие-то гематомы непонятные. Дырок нет, ран нет, крови нет, но гематома сильная. Вот это все в округе, это огромно. Одну гематому с другой стороны мы уже откачали. И очень много жидкости сукровицы. Главное, ран нет, а опухоли вот эти есть. И что случилось, и почему? Так, врач у нас уехал, врача тоже нет. Так что нам пока некому обратиться. Кроме того, у нас огромный долг в ветклинике, 150 тысяч. Друзья, мы в очень тяжелом состоянии и положении. Нам огромный, нечего делать. Огромная гематома, огромная, да. Ты глянь, она вот вниз куда спадает. Да, это все походное оружие. Она мягкая, да, труба? Мягкая. Но она как двойная. Вот одна, вот она одна, вот она прям выделяется, а вот она вторая. Ну, вот она. Сейчас мы тихонечко откачаемся. Придется сделать ребенку 2-3 прокола, скорее всего. Так. Вот это убери, пожалуйста, еще. Все, Валька, закончилась она, да. Вот она. Друзья, вот это обрыта. Огромная вот такая гематома у ребенка. Она вон ходуном вся ходит. Да, вижу. Ребенок маленький мой. Все будет хорошо сейчас. Так. Эдик ждет тебя. Сейчас подойду. Мне с Эдиком поехать надо. Может, я не знаю, как, куда мне его деть-то? Здесь оставлю, естественно, на второй этаж ко мне. На второй этаж. А может, обратно к маме? Не надо, он будет с проколами, надо следить за его шишками сейчас, нет. На улицу его сейчас нельзя, Наташа. Горло болит. Нет, на улицу нельзя. Ну что, малыш, показывать людям, как мы прокалываем, мы не будем. Лучше покажем потом, когда операция будет закончена. Не все это могут выдержать.